А еще потом, вскоре, шок от шестидневной войны 1967 года. За неполную неделю Израиль разгромил коалицию арабских стран-союзниц СССР. Египет, Сирию, Ирак, Иорданию. Уничтожены сотни советских самолетов МиГ и Су. У соседей захвачена территория в 3,5 раза больше, чем имел Израиль до войны. Позор нанесенного им поражения превращает Израиль для СССР в худшую страну мира. Судить агрессора и принять меры к безотлагательному выводу войск Израиля за линию перемирия. Дипломатические отношения разорваны, сионисты объявлены врагами человечества, министры обороны Израиля Моше Даяна, советские карикатуристы, рисуют фашистам. Конечно, и официальное отношение к евреям внутри СССР тоже ухудшилось.